Перед нами к на 2-4, 105, эличка, f4. Проблемы калары, барля передней линзы. Говорит о проблеме, это когда мы поднимаем вверх, объектив сам пытается вернуться назад. Это очень неудобно при работе, то есть мы наблюдаем это явление хоть в эту сторону, хоть в эту сторону. Это первая проблема. Вторая проблема — это качение геликоида. То есть когда мы установим жестко вот сюда, то видим, что он болтается. Такого быть не должно. И сегодня мы заменим колары барреля передней линзы, а также остальные развернем в рабочее положение. Барреля передней линзы 24-105 выглядит вот так. Это три части. Стартуем! Блеску внутри винтов, а объектив разбирался ранее. Этот блеск есть здесь, есть и вот здесь. Сейчас небольшой белый блик внутри винта и по краям шлица крестовой отвертки. Немножечко о пыльзащите объектива. Как видим, ее нет. Она как бы пропускает все равно пыль, вне зависимости от того, что ставили они щетку или не ставили. Вот такая вот ситуация есть. Полоски на винте — это отпечатки пальцев предыдущего разборщика. Теперь внимательно рассмотрим извлеченные детали. Осмотрим внимательно край детали. Видим, это кусочек пластика, который уже разорвало от давления, которое оказывалось на переднюю линзу. Если посмотрим на здоровую деталь, я поставил ее точно так же, то видим, что здесь все чистенько и целенько, и никаких проблем здесь нет. И еще раз посмотрим на испорченную. Что-то подобное мы видим и на двух других деталях, это и это, имеют схожие повреждения. И здесь тоже замято.
состояние колларов промежуточной линзы, блока фокусировки, в целом неплохое. Есть и небольшие чиркотины, но это не вмятины. А это вот залито все резьбовым фиксатором. Винт абсолютно отсюда не извлекается. 3 минуты в ацетоне, и детали разошлись. Все отлично. Надо помыть винты. В непосредственной близости и все вместе. Сейчас покажу место, где есть очевидное повреждение. Это вот такой износ. Это блестящий квадратик. Вот на первом колларе. Вот это место. Вот здесь, в этом месте, находится прямоугольная область. Вот она. Это есть след износа в результате касания стенки геликоида. Мы должны указать эти точки, где они находятся, и поставить другими плоскостями, чтобы размеры и положение линзы соответствовало норме и параметрам. В целом, есть выработки на каждом из колларов, только нужно под определенным углом посмотреть. Мы смотрим на колар 2, и в нем видно блестящую область. Это тоже есть след выработки. Здесь его видно не очень хорошо, но вот так вот получше. Наносим маркировочный след, чтобы по нему потом в дальнейшем ориентироваться при установке. Колары диафрагмы, и здесь больше видно выработку. Вот здесь она в этом месте. Если посмотрим в другие места, она должна быть также с двух сторон, вот в этих местах находиться. Тоже нанесем разметку. С внешней стороны они будут выглядеть как вот такое втулочка с двумя меточками. На некоторых втулках будет вот такая разметка. Это связано с тем, что эту втулку уже устанавливали и установили ее по-другому. И как результат, в этих точках, где указано, там мы видим износ. Thank you.
аппарат готов, и теперь, если мы его зумируем, то видим, что обратно он не сваливается, как это было ранее. И теперь, если мы смотрим на качение, то никаких качений нет. Давайте нацепим на фотоаппарат и посмотрим еще работу объектива. Еще разок смотрим качение барреля. Видим, что этого качения практически нет. Есть только минимальный зазор, который дает возможность плавному ходу зума. Видим, вот. Вот. Теперь переходим непосредственно к проверке. Включаем аппарат и сразу же смотрим на закрытие диафрагмы. Диафрагма закрывается, делаем трансфокацию. И диафрагма закрывается. Фокусировка бегает нормально. Слышим, что у нас срабатывает также ультразвуковой этот стабилизатор. Движок бегает без залипаний. Выключаем движок. И слышим только треск стабилизатора. Нажимаем сфокусироваться. Слышим, что срабатывает стаб. Не срабатывает теперь, когда отключили. И включаем фокусировку. Все срабатывает. И теперь делаем просто снимок, например, на 24. Получаем кадр. Пролетел. Вот она резкость на 24, на 105. Вот она резкость на 105. И теперь, если я закрою дырку на более-менее значение, то у нас ошибки никакой не будет. Потому что шлейф диафрагмы работает. Объектив снова резкий, и на этом работа закончена. В объективе Canon EF24105 F4 были заменены колары барреля передней линзы, а также развернуты в соответствии с параметрами колары промежуточной линзы и диафрагмы.